Восьмой тур первой лиги чемпионата Беларуси по футболу позади. Новоплоский «Нафтан» на втором месте, хотя по потерянным очкам на первом. Возглавляет турнирную таблицу петриковский «Шахтер». Именно с ним в ничью и сыграли новополочане на старте сезона. Второй обидный промах – «Ворше». Пропущенный 7 мая гол, как и остальные недочеты, не остаются без внимания тренерского штаба. Работа над ошибками в новополоцком клубе ведется постоянно. Анализируем, смотрим матчи, какие-то ошибки. Пытаемся исправить и переносим их в тренировочный процесс, на поле. Ну и дальше уже работаем над тем, чтобы исправить. Плюс какие-то физические кондиции игроки должны поддерживать. То есть сейчас мы уже разгар сезона, поэтому, скажем так, футболисты практически, наверное, готовы, но, может, не на 100%, но где-то около этого. И для того, чтобы они, скажем, выдерживали весь матч, надо тоже работать, готовиться. Не меньше внимания в клубе о работе по сплочению коллектива. В нынешнем сезоне состав команды обновился почти на 70%. Причем футболистами не только из Беларуси, но и из России. Каждому предложили условия, от которых невозможно отказаться. Но определяющими все же стали богатая история «Нафтана» и его амбициозная задача. Когда у клуба есть амбиции, я считаю, мы амбициозный клуб, «Нафтан» клуб с историей, с традициями, и 100% наше место не в первой лиге, пусть не обижаются на нас команды первой лиги, то есть мы все-таки привыкли играть в высшей лиге. И это, наверное, в первую очередь привлекает ребят. Прикладываю максимум усилий, чтобы к нам приходили квалифицированные, компетентные футболисты. И сейчас в клубе «Нафтан» собрались именно такие спортсмены. У каждого за спиной свой непростой, но интересный путь в футболе. Годы тренировок, взлетов и падений. Главное, все настроены на выход в высшую лигу. Хотя сделать это будет непросто. Соперники сильные. Интересно, конечно. Никто не сдается без боя. Все до последнего. То есть проходных матчей не бывает. Как можно так назвать. Результат тот пока больше устраивает. Большие планы у руководства клуба не только на выход в высшую лигу, но и на укрепление материально-технической базы. В ближайшее время на стадионе «Атлант» установят систему стационарного полива газона. Финансирование удалось найти и на модернизацию второго поля. На сегодняшний день у нас намечена замена газона искусственного на нашем втором поле, которое также заявлено в чемпионате на август месяц с помощью нашей Белорусской Федерации футбола, которая это их инициатива, их помощь. То есть мы будем обновлять искусственный газон, то есть что в свою очередь, надеюсь, поспособствует достижению наших целей. Забивать и мало пропускать. Этот баланс футболисты «Нафтана» планируют сохранить, по крайней мере, на ближайшие игры. В эту субботу новоплочане встретятся с молодеченцами. Рассчитывают наши земляки на победу, а еще на поддержку болельщиков. Она сейчас как никогда важна.